Всем поклон, с вами Дрон, и сегодня я снова делаю реакцию на канал Балтера, на его прикольчики. Да, ссылка на оригинал видео, как всегда, будет в описании. Но я предлагаю уже сразу начать смотреть его ролик. Убили. Кто-то не умеет сдерживать эмоции. Как научиться монтировать? Больше сюда не пищи, бля. От тебя, блядь, говной воняет даже отсюда. Понял. Как вы поняли, я не смог найти ответ. Но мне в этом помогли. Один из факторов, как стать хорошим блогером, является умение монтировать. Если раньше для создания в описании. Тачки. Сколько людей так почти каждый игрок бывает. Слышала, блядь? 14 большой, блядь, человек-эксперт, блядь, в ТикТоке. Ты, блядь, думаешь, каждому встречному халаты, блядь, раздают. Hi there, would you like to sign my petition? Look, 11 лет дружбы. В итоге приходит девочка, которую он знает всего 2 недели, и она садится на удобное кресло. Сам на деле, она сидит. Жалко, пацанчик. Запрещен. Да, ты только без мата, а так все нормально. Блять, пацана, тут в натуре нахуй мат запрещен. Все, до свидос. Бля. Такой вопрос. Зачем, когда я гуляла с мамой, ты подбежал и кинул ее на прогиб? Я отрабатываю. Достойный ответ. Се. Че. Че. Ша. Ша. Ща. Ща. Твердый знак. What the fuck? Царевич? Ты что за блатная романтика? Ты будешь со мной ехать? Втыкаем первую вместе. Полетели, держись, пристегивайся. Сука, ёбаный рот, нахуй! Я заметил уже точно. Это что-то новенькое. Иду к тебе! Да-да-да-да! Да не надо! Меня часто спрашивают, какой я национальности, и знаете, это даже немножко оскорбительно, потому что я думал, что и так понятно, и сразу же видно, что я осетинец. Ну да. Иду к ебаны. Еще раз кого-то в этой тачке увижу нахуй, или услышу, что скрываете тачки, ебасосы полетят, ясно, нет. Если ваш соперник постоянно занимает окно и тем самым не дает вам стянуться на мид, то есть простое решение. Для этого вам понадобится всего лишь взять танк. С этого момента ваш соперник вряд ли захочет выходить на мид, и за всю карту вы больше его там не увидите. Да, осталось добить танк. Я там ума... Просчет небольшой. Yes, I got it.
Блин, короче, вот такую вот мусорку поставил себе возле дома. Нормально. Это оригинальный. Никто мимо не проходит, все в нее мусор кидают. Как вам заценить? И кокарда, и погонщики. Вон, ковырятор нахуй. У нас еще есть, блядь, ковырятор, нихуя что? Времени, чтобы... Гонщик нелегальный. Видишь, носи. Гонщик. Практически анальный. Тем, кто меня слышит, выбор вот-вот начнется. Не пустили, пацанчик. Ну да, с ним так и сейчас смотри, как это будет. Сколько прыгает? 0-100? Давай, пока! Уф! Прикольно, приехал. Утро доброе, бля. Вечер добрый, бля. С Рождеством, бля. С Масленицей, бля. Соболезную, бля. Уважаемые водители такси, все мы знаем о наших проблемах, да? Ну, по поводу в туалет сходить. С собой каждый день на обед берете белый хлеб, мучное, майонезик и огурчик. По три дня можно не срать. Вот бля буду вам. Лайфхак от Кири такси. Hi guys, here's the Gatorade. And look. And the Monster, see? Now I'm perfectly showing right here, two hands. As soon as I pour the Monster, watch. Ooh. Да уж, опасные эксперименты. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Домино, ты чего залезли? Досадили котику это дверца. Может, он по лестнице не может, поэтому и слиться. Он с самого утра, сборище каблуков. Он еще один каблучок. Каблук. Каблуки, каблучка. А, нет, сладкоежки. Каблук. Каблучок. Главный каблук. Ой, зря выключил. Ба-ба-ра-пам. Что ж, если вам понравилась моя акция, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А так, предлагайте в комментариях, что еще можно посмотреть. Можно приколы, можно просто любые видео. Да. А на этом я с вами прощаюсь. Всем поклон, с вами был Дрон.